сорт сверхострого перца. Кин-нага, король нага. Это сорт относится к виду капсикум чинезе. Это вот такие вот крупные стрючки большие. Очень такой он весь морщинистый, весь пожеванный. Острота такого перчика составляет от 700 тысяч до 800 по шкале Сковеля. Срок созревания от 100 до 120 дней. Такой кустик может достигать высоту 1 метра, но у меня он сантиметров, ну, я даже не знаю, наверное, сантиметров 20. Он у меня в тенечке растет, под сеточкой, вот рядом деревья. Вот такой вот красавец. Посмотрите размер этих стрючков. Вот такие вот красавцы. Они остроносые. Созревает он от зеленого цвета до красного. Стрючки имеют пряно-фруктовый аромат. Вот размер стрючков, смотрите какой. Этот сорт высокоурожайный. Вот на таком вот маленьком кустике. Вот сколько тут того кустика. Вот у меня здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15 штук. 15 штук вот таких вот очень-очень крупных стрючков. Так что его можно выращивать как в квартире, так и в открытом грунте. Также можно выращивать и в теплице. Вот видите, маленький. Вот это уже поработала совка. Вот. Он где-то уже поврежден. Он даже не успел вызреть. Как покраснел, и все. Это уже можно выкинуть. А вот это уже вызревшие. Это уже хорошие. Да, совка очень сильно портит. Прямо нет слов. И он очень-очень пупырчатый. Его берешь в руки, он даже чувствуется, вот эти вот бугорки все. Вот. Не знаю, вблизи камера у меня плохо показывает. Ну, надеюсь, что там можно будет увидеть. Такая вот красота. Этот сорт многолетник. Так что можно выращивать его тоже дома. Вот так выглядит перчик сблизи. У него морщинистая плоть. Такой весь пожеванный. Одна перчинка весит 12 грамм. Две штучки будет весить 22 грамма. Сейчас мы их разрежем и посмотрим, какие они внутри. Вот так вот выглядит перчик в разрезе. У меня стеночка где-то 1,5 миллиметра толщиной. Приятный аромат у него такой идет. Запах хабанера, легкий, очень хороший сорт. Его можно выращивать как в открытом грунте, в теплице, у себя на подоконнике. Очень высокоурожайный сорт, так что советую всем. Можете выращивать у себя на подоконнике.